А мы продолжаем концерт в лучах эстрады. Зная искусство Эми Драгоя, хочется верить, что он умел играть уже с первой минуты рождения. О таких музыкантах говорят, он играет все и на всем. С детских лет выступал по всей Румынии с оркестрами. В 20 лет поступил в Академию Парижа по фортепиано. Сейчас организует фестивали, участвует в создании спектаклей, музицирует с мировыми звездами во всех стилях и направлениях. И впервые он в гостях у Аккордеон Плюс. Встречайте, Эми Драгой!
я называю сразу четыре композиции. Первой прозвучала его композиция на народные мелодии Румынии. Затем вы услышите цыганский вальс в стиле мануш. Фламбе Монтальбанес, композитора Гуса Визора. И две композиции аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, «Обливион» и «Либертандо».
дорогой! Прозвучат три композиции. All of Me, Sweet Georgia Brown и Blue for Maria. Thank you.
Thank you.
мелодии румынских народных песен. Thank you.
Thank you.